Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Huawei Mate 10 Pro перейти в безопасный режим. Для этого в первую очередь выключаем наше устройство. И затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения плюс кнопка громкости вверх. После того, как экран загорается, отпускаем кнопку включения и продолжаем держать только кнопку громкости вверх. Попадаем в такое вот чудо-меню. В данном меню, используя кнопки громкости, можем перемещаться и кнопку включения можем сделать выбор. И выбираем последнюю опцию Safe Mode. И после этого телефон будет перезапущен в безопасном режиме. И как вы можете заметить, надпись внизу гласит «Безопасный режим», что является подтверждением тому, что мы находимся в безопасном режиме. Если же хотите выйти из данного режима, просто перезапускаем наш телефон, и после этого он будет перезапущен в нормальном режиме. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, и пока!